Приветик, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать ежиков. Сначала мы рисуем первого ежичка. Рисуем ему вот такие ушки. Ребята, подписываемся, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Рисуем ему вот такие глазки. Носик рисуем. И ротик улыбающийся. Ежик у нас улыбается. Затем рисуем его лапки. Есть. Не буду держать кружку. Рисуем кружку. Ежики небольшие, милые зверьки, которые знакомы нам всем. При этом не обязательно отправляться в поле или лес, чтобы увидеть их. Довольно часто их можно увидеть во дворе частного дома или в пределах дачного участка. Ежики даже бывают в городе, я их видела. Лапки мы нарисовали. Вот у нас уже почти получился ежик. Сейчас мы ему... Что главное само у ежичков? Чего еще мы не нарисовали? Что нам не хватает? Конечно же, колючки. Давайте нарисуем вот такие вот колючки. Рисуем. С всех сторон ежичку колючки. Потом мы его разукрасим цветными карандашками. У ушек тоже рисуем колючки. Рисуем со всех сторон ежичку колючки. С этой стороны. Такой у нас получился ежик. Потом мы его разукрасим карандашом. Сейчас мы нарисуем еще одного ежика. Начинаем рисовать с мордочки. Здесь мы рисуем ему ушко. Ежи представляют семейство ежовых и отряд насекомоядных. Они являются наиболее популярными персонажами детских произведений, а также мультфильмов. У зверька достаточно плотное телосложение, которое покрыто колючими иголками, между которыми волоски. Как правило, ежи сворачиваются в клубок в случае опасности, которая способна... Ежи – это небольшие животные, вес которых редко превышает 1 кг. Морды у ежей
слегка вытянутая, уши сравнительно небольшие, а хвост достаточно короткий. Нос небольшой, черного цвета, всегда влажный и блестящий. Животное постоянно его тыкает в различные норки и ямки в поисках пропитания. Лапы вооружены 5 пальцами с острыми когтями темного оттенка. Далее рисуем иголочки. Такой вот у нас получился ежик. И рисуем, ребятки, еще одного ежичка. Он будет похож на первого ежичка. Только этот ежичек будет есть мороженка. Рисуем глазочки, носик, ротик, язычок рисуем. Когда есть мороженка, потому что она очень вкусная. Рисуем лапки. С одной стороны и с другой. Они будут держать мороженку, которую он кушает. И с другой стороны также рисуем иголочки. Как у нас с вами ежичек получился. Сейчас мы с вами нарисуем еще одного ежичка, который просто стоит. Далее мы рисуем щечки. Здесь. С другой стороны. И осталось нам нарисовать иголочки. Такой вот простой рисунок, как нарисовать ежечка. Thank you.
Одну ночь эти зверьки способны преодолевать порядка 3 километров по пересеченной местности. Несмотря на достаточно короткие ноги, ежи могут перемещаться со скоростью до 3 метров в секунду, преодолевая небольшие препятствия в виде поваленных деревьев. Если на пути окажется обычный ручей или даже река, то для ежей это не проблема, поскольку они прекрасно плавают. Важный момент. Каждое животное, особенно самцы, являются обладателем определенной территории, которую они мужественно охраняют от своих пищевых конкурентов. Ежи характеризуются как добродушные, миролюбивые животные, хотя они и запросто могут дать отпор своим обидчикам. Если ежу что-то не нравится, то он начинает громко фыркать, а в крайнем случае попытается прыгнуть на своего обидчика, впившись в него острыми иголками. Если подобное действие не приводит к желаемому результату, еж свернется в колючий клубок, абсолютно недоступный для многих его врагов. После того, как неприятель скроется, еж разворачивается и продолжает свое движение вперед. Виды ежей. Ежи представляют 16 видов. Ежи африканские, белобрюхие, алжирские, южноафриканские, сомалийские, ежи евразийские, амурские, восточноевропейские, обыкновенные, южные, ушастые ежи, еж ушастый, еж ошейниковый, степные ежи, еж даурский, еж китайский, длинноиглые ежи, эфиопские, темные иглы, индийские, голубрюхи. Ежи же встречаются повсюду на территории Европы, а также на Британских островах, в Африке и в Азии, в том числе и на территории Новой Зеландии, хотя их туда завезли. Чем питаются ежи? Ежи представляют ряд насекомоядных животных, хотя на самом деле их можно считать всеядными зверьками. Основу их рациона питания составляют беспозвоночные, представленные различными насекомыми, их личинками, гусеницами, слизнями, улитками. Позвоночными не питаются, но иногда нападают на лягушек и ящериц. Ежи считаются интересными существами, приносящими немало пользы для окружающей среды. Это санитары зеленых насаждений, садов, огородов и полей, поскольку они уничтожают многих вредных насекомых. И именно поэтому ежи заслуживают на то, чтобы человек их оберегал. При встрече с ежом не следует его пытаться поймать, а тем более содержать в домашних условиях. Лучше зверька оставить в покое. Обыкновенный еж – это животное активно в ночное время суток, не любит надолго уходить из своего дома. Ежи же проводят в гнезде или в других укрытиях. Обыкновенный еж – это всеядное животное.
Thank you.